Такс. Кто это? Это я. Логично. Сколько можно выключаться и включаться? Включись. Все, Антон, я захожу, хватит. Фу. Заходи, стой, надоел уже. Это такая странная загрузка. Что с этой загрузкой? Мне сразу в друзья кто-то Франкил приглашает. Такс. Какие-то зомби. Да. Всего-то 4 игрока. Ты о чем? Там орёт. Зомби мне объясняет, как жить. Вот, там максимально 4 игрока. То где кэш зарабатывается? И здесь кэш, конечно. Open control, что-то там. Придется из этой игры выходить. Ой. Антон, то заходи, то не заходи. Антон, хватит уже мне написывать, я устал. Я не буду его на его смски отвечать, надоел. Будем создавать лодки. Не помню. А, да, снимал я про эту игру. Интересненькая эта игра, могу вам сказать. Я в нее играю, потому что там должен быть Антон. Антин. И я его тут не вижу. Ну и ладно. Ко мне пацан хочет. Прикольно. Такс. У меня еще ничего не прогрузилось. Шикарно. Со мной какой-то пацан. Маки, что-то там. Такс. Давайте что-нибудь достроить. Здрасте, пацан. Куда мне это убрать? Да? Нет. Сюда? Не знаю, куда мне это убрать. Уберем сюда. Проек. Так, давайте откроем сундуки. Мне дали 5 таких-то блоков. Шикарно. Так, что мне построить, кстати? Давайте. Сейчас построим. Ну и чё, вот. Из ржавого железа что-нибудь. Ой. Такс. О, Антин ко мне просится. Стоп, Антин? Ну да. Такс. Чё я строю? Не люблю искусство. Все. Где-то мое кресло. Кресло, я сказал, где. Давай, садись, человечек. Все. Люблю такую всякую ерунду устроить. Где там? Влезу, все. И застраиваем себе все. Немного читерно и немного не очень, ну ладно. Что поделать? Очень хороший вариант. Лучше некуда. Застраиваем.
Застраиваем все. Все застраиваем. Такс, такс, такс. Долго я там еще? На-н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 а. Хочу с каким-нибудь кораблем сделать. Антон, сюда иди. У нас корабль будет общий. Я потихоньку иду к Антону. Все, я его корабль захватил. Все. Теперь надо его соединить. Все, мы соединили. И этот корабль тоже надо соединить. Все, мы соединили корабли. Сейчас на всякий случай тут укуплю. Антона тут возьму. Все, Антона я взял. Всех я взял. Я готов к отплытию. Тоу! Это что такое? Мы стали свидетелями катастрофы. Ну, а я О, какой-то сундук. Видели? Вот этот, тут сундук какой-то. Интересно. Ну, я их быстрее. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну что ж, поплыли? Тире-ре. Тим. Тире-ре-ре. Ты. Тире-ре-ре. Тыц. 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 О, что со мной? Где? Оу. Оу, оу, тихо, 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 тихо. Лиц. Ди-ди-ди-диц. Во. Тиц. Ти-ти-ти-диц. Тиц. Ти-ти-ти-диц. Тиц. Ти-ти-ти-диц. Тиц. Поплыли. Долго же я буду плыть по вот таким вот штукам. Что дальше там интересно будет? Там будет уже что-то поинтереснее, ура. Ура, что-то поинтересней. Дальше, наверное, опять неинтересное. Так, что с моим кораблем? Смотрим на ущерб. Пока что вроде дырок нету. Вроде. Смотрим, что там за картой. У-у-у, вот это уже поприкольненько. Наконец-то. Темнота. Темнота. Шикарно. Такой огромный туннель-то. Воу-воу-воу. Так, что? Оу-оу-оу, все, дырки есть, это плохо, это плохо. Так, дальше смерч. Тихо, 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 тихо. Интересно. Я вот, знаете, я сейчас думаю, то, что я ни под один смерч не попаду. А, нет, попаду. И по второй немного попал. Дырки уже есть. Прием, прием, дырки есть. Еще плыву. Как слышно? Сейчас на меня индейцы будут из домиков сбрасывать бомбы. Из вот этих вот домиков. Воу-воу-воу-воу. Сбросили. Еще домик. Тихо. Скажу. Не-не-не, умираю. Все, умер. Прям-прям, как слышно. Убили. Убили. Они дальше поплыли там. Я один умер.
Я на этот столб когда-нибудь залезу, я уверен. А нет, там еще Антон. Ой, Антон. Там до сих пор остался. Антон не ушел, оказывается. Ладно. Давайте что-нибудь вместе с Антоном строить. А, и у меня вот эта, кстати, камера не поворачивается, могу я вам сказать. Это плохо. Это очень-очень плохо. Давайте сейчас соединим его со мной. Вы знаете, как мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем вот так. Шикарно. Это сюда. Прекрасно. Так, все. Застраиваем себя. Вообще всех, кого я только могу. Ой, все, я застрял как смог. Буду застраивать еще. Как смогу. И реально, я вам говорю, сейчас я не могу вот эту вот штуку повернуть. Вон Антон куда-то сваливает. И еще мне плюс что-то пишет. Типа, зачем ты это сделал? Теперь мне надо новый корабль строить, а? Да блин, Никита, хватит в моем корабле строить твои блоки. Надоело уже. Строй свои эти. Ой, защитился как смог. Это я нажал на эту кнопочку святую. О, он ко мне залез. Привет! Держись! Зря я кресло не поставил. Увы, пацан, я кресло не поставил. Да я знаю твою тактику, как такие корабли строить. Просто я не хочу. Я не люблю такие корабли. Идти наверх. Чем это они эффективны? Они очень слабенькие. Ой, это я тут где? Еще раз повторяю, на всякий случай, то, что я не могу вот этим экраном управлять. Ну, я про то, что не могу вот так вот вертеть. То есть просто тупо смотрим прямо. Все, я ничего не могу реально делать. Могу не налево повернуться. Не делается. Вот. Антон, не успеваю твои сообщения читать. Хотя, в принципе, что я сейчас делаю? Просто плыву. Ладно, я могу с тобой общаться. Еще, короче, с Антоном буду общаться. А нас больше такой тактики можно обстроить, чем будет суперзащищенный кораблик. Умираю. Антон, я тоже один раз доходил до самого конца. И там был сундук, и там было 100 голды.
Опять я не могу вот этот экран поворачивать. Лагает. Или я просто не плыву? Да, я просто не плыву. Не плывет эта штука. Жалко. Ладно, надо сейчас ресет. Все, наконец-то могу эту штуку вертить. Йоу! Ну, стен... Ай, залагала, залагала. Тикс. Все. Так, что бы построить? Я построю огромный корабль. Так, короче, буду сейчас все обстраивать. Обстраиваю все. А еще вот такую стену построю. Стена. Я себе полностью не закрою, я просто такую стену построю. Огромную стену. Огромная стена. Где дверь? Ой, ручка упала. Где тут? Так, все. Строю. Строю огромный корабль. Заделываем дырки. Ой, так еще заметил, что я один вот здесь вот. Я тут думаю, где все? Куда Антон-то ушел? Интересно. Антон, ты где? Куда Антон делся? Куда вообще все делись? Я думаю, долго они там еще будут. Плыть, они вообще вышли. Это для них тут строю, как бы. Не хочу тут один плавать. Я тут еще кресло поставил. Эх, увы. А в другую игру играю. В какую? Я тут для тебя и для нашего еще там пацана построил огромный корабль. Жду вас, как бы. А вы... Не, хнык-хнык.
Антон, ну куда ты ушел без предупреждения? Возвращайся в игру, я тебе тут корабль построил огромный со мной. Сделал шаг. А то сейчас уплыву. Крутой очень, огромный просто. Я уже все это время его строил. Заходи, поплаваем на этом корабле, а потом в твою пойдем. Ну, можно еще вот это вот такой защиты добавить. Вот здесь вообще все плохо защищено. Не, ну просто тут пушки, которые непонятно куда повернуты. Ладно, я их заблокирую. Главное, надеюсь, тут все хорошо сделано. Нету никаких этих косяков. Все, наконец он пришел в игру. Вот гигантский корабль построил я. Гляньте, какой я туннель делаю. А тот там куда-то пошел, к сожалению. Такс. Такой туннель делаю. Эй! Я не достроил! Я делал, как бы у меня тут есть дверь, да, еще такой туннель. А я его еще в друзья пригласил. Я уже давно заметил, что тут какие-то сундуки. Ладно, пооткрываем кейсы. Сундуки, точнее. Вот, однако, я жалею то, что я его в друзья пригласил. Очень жалею. Прекрасный корабль, что тебе не нравится? Ты просто свой сел, дурак, что ты поехал? Прям, по-моему, сон прекрасный корабль, который я когда-либо делал. Ну, и был тоже такой. Ой, я с ними опалился. Да, блин, зря. Дом. Назовите. Все, наконец-то. Открываем дверь. Возможно, с этим кораблем я доплыву до самого конца. И ты будешь жалеть, что вышел из игры и в него не сел. Все время.
время теряю этот кружок. Раньше не терял, теперь теряю. Ох, карма. Корабль, дверь закрывайте. ДТП. По-моему, ДТП какой-то. У меня что-то случилось. А, все. Движуха, давай. Садись. Нет, я выпал. Я не выпал каким-то чудом из корабля. Вау, я в него сел каким-то образом. Что, серьезно, так ярко, что ли? Серьезно, вы тут не... Вот. Не знаю, зачем я это сделал. Так, дверь, закройся. Все. Что там? Возможно, я реально до самого конца до этого. И Антон будет жалеть. Это его аудиозапись никак не прогружается. Поплыли. Ты полетели. Дышь. Пиц. Реально, самое главное, чтобы я либо краски не встретил, либо акулу, и все. Это сообщение до сих пор грузится. Так что у нас там дальше интересно? Дальше у нас это понятно. Дыш. А я застрял. Все, уже не застрял. Поплыли. Реально, главное, либо краски не встретить, а эти кисточки, или акул, потому что кисточки и акулы это вообще мощь. Что это? Угу. Тут взрывчатка. Ну, взрывы, химикаты. Не-не-не. Это плохо. Если вот сюда нанесется какой-нибудь сильный удар, то будет плохо. Взрыв прямо сюда! По-моему, у меня сейчас нету кресла. Да, у меня сейчас нету кресла. Тут вообще нет кресел. Нет, кресла нету. Тихо, главное не вылететь с корабля. Главное... Тихо! Тихо. Yes. Осторожно. Тихо. Нет, за что? Лава. Еще хуже. Не хочу падать. Нет. Почему именно в лаву? За что именно в лаву? Ну, это все из-за кресла. А корабль, наверное, до этого и до конца. Что? Какая история? Квик-квик-ми. Выходим из этой игры. Улетаем из этой игры. И еще заходим там, где Антон. Только надо для этого перезайти. Вот Антин. О, он играет в эту игру, я ее знаю. Антон, ты сейчас в эту игру играешь? Я ее знаю, я с тобой сейчас играю. Я эту игру знаю. Вау, как.
Вау, как. Да тут что-то изменилось. Вот, например, летающая тарелка, ее не было. Тут есть Антон? Антон, давай сейчас вместе попытаемся сыграть в игру про вот эти островки с осьминогом, в которую ты сейчас играешь, только мы на разных серверах. Перезайди, попытайся меня найти. Что это такое-то, интересно? Знать. О, хочу себе такие, но... На Роблоксе. Так, ну давайте куплю. Раз. И два. Во-первых, мы сейчас на это, на, ну, не, на не разных серверах, то есть, ну, мы сейчас на одном сервере, а во-вторых, прикольно, я тоже был первым, прикольненько. Да, это вообще офигенно, я даже один раз на свой этот первый залезал. Я не раз был первым, где-то 4, что ли, вот. Я к тебе бегу! Прикольно, вот он стоит. Майка у него изменилась. Магазин, где тут это? Все, наконец-то мы кончили. А мне нравится это, как ее там, вот такие прыгучие. У меня 6 прыгучих. Я там Антону говорю. Все, ура, ура, ура. Сейчас будет круто. Бегу сейчас к Антону. Антоха, 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 Картоха, Антоха, 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 Картоха. Здрасте, Антоха, Картоха, с вами. Куда меня так подкинул, слышь? Антон, я танцую, видишь? Не повезло. А, это скорость, блин. Я хотел прыгучить. Блин. Меня убили. Так.
Куда мне пойти? Понти. Куда мне понти? Не знаю, куда мне идти. Пойдем сюда. Ой, видишь, тут же 1% знает эту вещь. О, нет! Не-не-не, мою, мою, мою! Эц! Е! Мое-мое! Ну все вроде. Ой, я на первом. Никит, мы что, в прятки играем? Ну давай, я сейчас я тебя найду. Я на первом. Антон, а ты сейчас где? Тебя что, убили? Или что? Антон, походу, убил. Я безумно круто запрятался и сейчас просто нашел кое-куда телепорт. Походу специально для пряток. Антон, знаешь, где я сейчас? Короче, я сейчас наверху спрятался под кустиком, вот. Значит, Антон меня не найдет, у нас с ним пятки. Антон, прикинь, сейчас какая-то летающая тарелка летает там. Смотри, она взорвалась. Я на 4-м месте, не верится. Я на 4-м месте, не верится. А Антон на 3-м. А ты на 3-м. Чё? Антон, ты сейчас видел? Я куда-то полетел! Ай, куда ты улетел? Быстрее давай, залезай. Да, он видел. О, зря. Антон, ты видел, у меня был меч со скалы?
Мне нравится это место. Мне кажется, оно везучее. Я тебя вижу. Да, 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 я видел, меня в клетку посадили, я заключенный. Прикольно было, когда их остров так вот разрушился. Антон, а ты там видишь вдалеке летающую тарелку? Я, да, красную. Посмотри, куда я сейчас смотрю. Ай, вулкан, вулкан. Флэш, флэш, я флэш, я флэш, йоу. Я флэш, йоу, 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 флэш. Флэш я, флэш я. Бля. Прекрасно вообще. Все, у него кончилось это. А, остался один остров. Куда ж нам идти? Я не представляю. Я не удивлюсь, если удар придется на нас. Нет. Антон, посмотри, тут три человека осталось. Еще я. Два человека. Прикинь, там пацана заперли в клетке, и появилась эта пила. Короче, осталось всего-то два человека. Не-не-не. Я тусуюсь, ё. Прикинь, я на первом месте, Антон. Там вот этот пацан, с которым мы остались на одном островке, он оступился, прикинь. Оступился, упал в воду. А? Короче, все, я победил. Захожу, захожу. Сейчас тут это... Ой, мы уже начинаем. Ну да, все, я ухожу. А, кстати, Антон, ты что, до сих пор в игре, что ли? Ты мне показываешь все, что в игре. Ну, мне сейчас в игре, гляньте. Ого, на моих глазах какой-то пацан, короче, сейчас сел в летающую тарелку и полетел. Во, он может нас так атаковать. Ого, ого, о-о-о-о-о-о-о-о, он ко мне летит. Ого. Вы сейчас видели, подписчики, как его это... Нет, нет, я чуть не упал. Сейчас. Вы.
Я зачем-то ушел куда-то. Я хотел просто на батут прыгнуть. Так вот, хоп-хоп, ладно. Все, придется выйти. Такс. Антон, ты играешь в симулятор качка, да? Три. Я в этой игре про. Я вообще везде про. Мне нравится. Да, я играю в симулятор качка 3. Да, ты прав. Просто сказал там какой-то симулятор подъемки. Я такой, чё? Вот это у нас. Ха-ха, я около тебя появился, ты меня сейчас не видишь. Короче, ты бегаешь на вот этом вот. Он тоже отжимается. Господи, какой тут великан, гляньте. Вот тут, блин, какой великан напротив меня. Господи, Антон, видишь, около тебя какой великан. О боже мой! Боже, что происходит? Сейчас. Антон, подо мной был великан. Прям подо мной, прям между ног. Кого убиваем, а? ПВПшка. На ПВП, ПВПшка. Оу, как меня искорюжило-то, оу. Отжималки. Побед. Я отжимаюсь, йоу. Я вообще вот что делаю. Это интересно, что круче, это или это? Так, а что это за кнопка? А меня убили что?
У меня 658. Ладно, пойду скорость прокачивать. Да, странно, конечно, как-то. О, где я, где я? Как-то странно бегается. Бежали, почему не бежит? Я что, слишком быстро? Типа, бежали, давай. Все, давай, 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 давай. Плюс скорость. О, это я где, это я где. Воу, великан. Нет, нет, он меня растоптал. Меня растоптал великан, превеликан. Прям растоптал вообще. А, ты чё вышел-то? Опа. А чё? Антон, сколько можно тебе говорить? Уж давай. Предупреждай, когда выходишь. Чё за пэц? Антон, всё. Вот эти питомцы. Короче, Антон больше в эту игру не играет. Я же говорил ему, предупреждай меня, когда выходишь. Он не предупреждает никак. Сколько уже можно-то? Не предупреждать меня. Всегда надо меня предупреждать. Он вообще сейчас ни во что не играет. Я перезайду на всякий случай. Ага. Ладно, он сейчас ни во что не играет. Прикольно. Он мне уже там что-то написал. Я сейчас буду играть в Gamma Games. Это что? Такая игра там, где сейчас... Там, где, там, где, там, где... Вот, Epic Mini Games, да, вот это. С Антоном так трудно. У меня теперь друзья не заполнены. Вот. Не, прям вот Gamma Games. Прям вот так. Не Epic Games, а вот Gamma Games. Иду за Антоном, короче. Антон, ну давай заходи, я за тобой. То в игре он, то не в игре он. Сонин. Вы ее не видели, да? Послушай! Соня разбила там что-то. Прикиньте. Мэр-мэр. 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 Мэр. Давай, Антон, играй. Никит, послушай, там, короче, никого
нет, и давай зайдем на Epic Games. Давай тогда вот, надеюсь, что там много людей, просто вот в том не вообще никого нет. Я помню, что когда ты заходил, но вообще там никого нет. Давай сюда эпические мини-игры, вот туда. Давай, давай, захожу. Значит, Epic Mini Games. Давно я в эту игру не играл. Я ее обожаю. Да все, я за... все, давай, это... Я захожу, Антон, все, давай. Я, если что, не к тебе зашел. Антон, я тут на этом, ну... Я тут самый крутой, посмотри, в списке. Полез сюда. Аринка, отстань от меня. Всё. Это мое место. Все, Антон, вот эту красную штуку я собрал прям сразу. Я зашел, ну, не через тебя, а через... Как тебе сказать-то? Через себя. Сейчас будем следить за... Вот, Антон. Да, Антон, я видел, ты синюю собрал. Видел, я видел, я следил. Следил я за ним. Ладно, мы не везде реалистично бегаем. Чё ты такой высокий, Антон, а? А что ж ты прям по мосту побежала? Ты такой высокий, Антон, а? Пойдем зеленую штуку искать. Надеюсь, она по моему пути попадет. Аринка его нашла. Вот да я и смотрю, ты какой-то у нас высокий. Я, кстати, видел игроков высоких, но все же... Люди, если резко видео прекратится, значит это у меня такая надпись появится 100 мб, то есть, ну, мало критически, очень критически мало места. И вот, если оно резко прервёт, стоп. Простите. Что поделать? Короче, сейчас будет выпадать оружие. Все, дайте мне оружие. Ой, Антон, Антон, Антон. О, Бластер Мастер. Пипиу, пипиу. Прям такие звуки. А, я не могу двигаться. Эта штука мне не дает двигаться, короче. Вот так. А, что происходит? Это анархия происходит. Куда я... Пожар! Пожар! Тихо. Оу, это было эпично. Йоу, 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 йоу. О, только не эти трубы, пожалуйста, нет. No, no, wow, seven.
Тем более я один. И одинок! Антон, где мы с ним уж соседи, не? Так, все. Делаем трубы, делаем трубы. Трубы, 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 дырки заделываем. Боже, это так трудно. Дырку наконец-то задел бы. Дырка, 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 дырка. Дырочки мои, дырки. Дырка. Все, меня сейчас убьют. Давай, давай. Давай, 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 заделываем, заделываем. Не заделывается. Как я не люблю их заделывать. Это очень трудно продержаться. Часто еле-еле я продерживаюсь. То есть даже не часто, а вообще. Часто вообще не продерживаюсь. Вот. Там уже кто-то умер. Так. Давай, 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 давай. Сейчас начнут все помирать. Я в том числе, я в огромном том числе. Нет! Мне 6 или 7 секунд не хватило. Увы, Антоша точно сдох. Антоха не сдох. Каким образом? Ну что, знал, что делать? Кто там что пьет? А со мной поделиться. О, кнопочки, кнопочки, йоу. Кнопочки, кнопочки, йоу. Кнопочки, кнопочки, йоу. Слышь, Бэтмен за ними меня стоит. По, черепашка с Кимс Бэнк. Где? Вот я. О, вижу Антона Высокого. Кто-то там цветочки засадит. Сегодня мы будем проводить зарядку. Зарядочку. О, Антона уже убили, прикиньте. Тихо-тихо-тихо. Я там видел, Антона уже убили. Так. Так, сегодня мы будем проводить утреннюю зарядку. И раз. Зелененький. И два. Зелененький. И три. Голубой. И четыре. Голубой. И пять. Желтый. И шесть. Зеленый. И семь. Зеленый. И 8 желтый, и 9 голубой, и 10 голубой, и 11 голубой, и 12 желтый, и 13 голубой, и 14 голубой, и 16 голубой, 17 голубой, 18 голубой, 19 голубой, 20 желтый. Я прям видел, как Антона убили. Антоха, картоха. Пойдем копать. Свалила. Ну, застойте их, не хочу ничего купить. Ух ты, Шкинс, сейчас мы будем за фарики играть, если не ошибаюсь. Будет прикольно, будет весело, будет все классно. Вперед! Легкая карта, я считаю. Ай-хуй! Я Антошу вижу. А у Антоши это розовый шарик. Прикиньте. Катись. Все, скоро должен быть конец карты. Где же этот проклятый конец карты? Ей, маленькая карта. Я думаю, Антон, да, вот он. Че, ну кто это не пройдет? Серьезно? Давай! Там пацану чуть-чуть не хватило. Что-то Антон как-то майки меняет все время. И он такие майки-то берет. За Роблоксы, что ли, или что? Все будет паркур на, скорость. Я еще, если что, Антон, не на сообщение не читаю, потому что... Нафиг они мне нужны? Сейчас сзади нас акула появится из воды и нападет на нас. Огромедная! О, сразу там все подыхали. Антоха, давай! Сзади нас акули! Бочечка! А! Ты куда?
Это надо очень быстро паркурить. Антон еще жив? Не, он не жив, я видел. Давайте посмотрим. Беги! Лев! Льва твоего скушают, если ты не выиграешь.